Всем привет! Сегодня мы поговорим о метеоритах, которые падают на нашу планету. По подсчетам астрономов, ежедневно на Землю падают сотни метеоритов общей массой 5-6 тонн, что суммарно дает цифру в 2 миллиона килограммов небесных камней каждый год. Только часть из космических гостей долетают до поверхности планеты. Большинство метеоритов небольшого и среднего размера сгорают в атмосфере, оставляя красивый огненный след на ночном небе. Камни покрупнее теряют скорость и просто падают на Землю, не нанося существенных повреждений. Но случаются в истории Земли и катастрофы, которые спровоцированы падением больших метеоритов. Так давайте же узнаем, на какие страны приходится больше всего падений. Вперед! Пятое место. Ливия, Африка. На долю этой страны приходится примерно 0,5% падения метеоритов от суммарных по планете. Стоит также отметить, что ее соседи, такие как Алжир, Марокко, Чад и Египет, не особо сильно отстают от нее. Так что весь регион Северной Сахары регулярно бомбардируют метеориты. Четвертое место. Боливия, Южная Америка. На долю этой страны приходится примерно 0,7% падения метеоритов от суммарных по планете. Южная Америка – такой континент, который меньше всего среди остальных расстреливает метеориты. И именно Боливия стоит особняком, собирая львиную долю падений именно у себя на территории. Третье место – Саудовская Аравия, Евразийский континент. На долю этой страны приходится примерно 2% падения метеоритов от суммарных по планете. Ее пустыни хранят массу небесных камней, упавших на ее территорию. Особенно много их находится в ее юго-восточной части. Кстати, соседние с ней страны подвергаются метеоритной бомбежке очень редко. Второе место – Австралия. На долю этой страны и континента приходится примерно 5% падений метеоритов от суммарных по планете. Это очень большие цифры, учитывая еще и тот факт, что ее центральная часть собирает рекордное количество падений на одной малой ограниченной территории. И разнообразие камней по химическому составу тоже самое большое именно здесь. И, наконец, первое место – США, Северная Америка. На долю этой страны приходится примерно 10% падений метеоритов от суммарных по планете. Эту страну просто-таки заваливают метеориты, особенно ее центральную часть. Это пока не поддается объяснению, но каждый десятый метеорит, свалившийся на планету, падает именно в Соединенных Штатах Америки. Эта страна просто магнит для метеоритов, которые изобильно посыпают ее своими частицами. Спасибо за внимание! Буду признателен за активное обсуждение данной темы в комментариях. Ставим лайк, если вам понравилось это видео. Подписываемся и ждем еще более интересные топы. С вами был SexyLife Top 5. Только свежие, горячие и интересные топы именно для вас. Удачи!